числе приоритетов государственной молодежной политики – обеспечение жизненных интересов подрастающего поколения, поддержка их инициатив и идей. Посредством форумов, встреч и диалогов с участием молодого поколения обеспечивается их участие в процессе демократических реформ. Очередная подобная встреча состоялась в Министерстве иностранных дел, в ходе которой обсуждены основные принципы и направления государственной молодежной политики в нашей стране. С подробностями Дмитрий Пардаев. Сегодня в Новом Узбекистане налажена особая система работы с юношами и девушками. Постоянно совершенствуется организационно-правовая база, направленная на обеспечение жизненно важных интересов молодого поколения, реализацию его инициатив. Среди приоритетов и вопрос занятости. Эксперты отметили, что и в дальнейшем необходимо оказывать адресную поддержку представителям поколения Next. В ходе встречи была представлена и информация об основных направлениях работы МИД в сфере государственной молодежной политики. Вместе с тем говорилось и о том, что Всемирная ассоциация молодежи Узбекистана также реализует идеи и инициативы в интересах молодежи. Всемирной ассоциации молодежи Узбекистана был запущен колл-центр. Основная часть поступивших обращений была от молодых людей, нуждающихся в социальной поддержке. Также было множество вопросов, связанных с учебой и переводом документов в другие вузы. Учитывая это, были запущены несколько проектов. К примеру, проект благотворительного фонда «Мусафир». На веб-сайте ассоциации создана специальная платформа. С ее помощью на основе краудфандинга наши соотечественники, живущие за границей, смогут делать свои пожертвования. Координаторы же будут выявлять молодых людей, нуждающихся в соцзащите. Им будет оказываться адресная помощь. Был представлен и обсужден ряд проектов по эффективной реализации молодежной политики и отмечены результаты проделанных работ. Стороны обменялись мнениями по вопросам общественно-политической активности молодежи, повышения ее правовой грамотности, развития талантов и навыков, рассмотрели и другие приоритетные направления.